Сонечка, сиди спокойно. Сейчас покушаем вкусненькое, и ты пойдешь спать. Вкусненько. Киндер-джой. Да, киндер-джой. И пудинг с разноцветными сладкими конфетками. Ура! Киндер. Давай сначала скушаем пудинг. Он с шоколадом и орешками. Пудинг. А потом скушаем киндер. И киндер. Ну-ка, насыпем конфетки. Конфетки. Какая вкуснятинка. О, давай-ка это все перемешаем. Смотри, пудинг стал разноцветным. Давай первую ложечку ам. Ой, какая же ты умница. Вторую ложечку ам. Молодец какая. Третью. Ой. Ам. Умница. Молодец. Еще одну ложечку. Молодец какая. Нравится тебе пудинг? Да, нравится. А теперь киндер. А? Молодец. И последний шарик. И шоколад. Умница. Ой, а я вся перемазалась. Ну что, теперь игрушку откроем? Так, посмотрим. Ух ты! Мне кажется, это Человек-паук. Маленький Человек-паук. Соня, а ты любишь Человека-паука? А кто это? Ага, ты у нас еще слишком маленькая. А что он у нас делает? Давайте-ка посмотрим буклетик. Ага, понятно, он запускает вот эту красненькую штучку. Ой, попрощайся с ребятами. Всем пока-пока. Пока. Тюпук. Девочки, с добрым утром. Сегодня у нас будет молочный сухой завтрак. Ура, я люблю шоколадные шарики. Сонечки, колечки. Анечке шоколадные шарики. А теперь добавим молока. Да, подержи. Первая кушать будет Сонечка. Сонечка, ложечку, а? Молодец. Я люблю колечки. Кушай, кушай, дорогая моя. Теперь Анечка. Первую ложечку, а? Молодец, Анечка. Умницы, девочки. Анечка, ты большая девочка, давай сама кушай. А мы покормим Сонечку. Молодец, Анечка, ты сама все съела почти. Я наелась, очень наелась, спасибо. Молодец, а Сонечка у нас съела все. Я люблю колечки. А теперь сюрпризы. Сонечки с принцессами, а Анечки Power Girls. Натянуй, хочу сюрприз, хочу принцессу. Оранжевая капсула, ура. Тоже там. Это же Золушка. Посмотрите, Золушка отправилась на бал и танцует с принцем. Это такая Юла. Вау, сколько тут гостей на этом балу, и они все танцуют. Это все принцессы и принцы. Играй, Сонечка, а мы откроем Анечкин сюрприз. Так, о, это такие штучки, они запускаются. Ой, мне не понравилось, я тоже хотела принцессу. Или какую-нибудь девочку.
коллекции. Может быть, тут попадется что-то интересное? О, оранжевая капсула, ура! Какой-то монстрик. Нам попалась вот такая обезьяна из этого мультика. Ребята, а вы смотрели этот мультик? Вам он понравился? Напишите в комментариях. Пока-пока, ребята. Я так рада, что у меня сегодня попалась игрушка из коллекции. Ой, я люблю очень принцесс. Ну вот и хорошо, девочки. Я рада, что вы довольны. Вы сегодня умнички. Ставь лайк и пиши комментарий. Ну и если ты не подписан на канал Зырики ТВ, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые видео. И переходи на другие видео вместе с нами, куклами-пупсиками. Я Анечка, а это моя сестренка Сонечка. Сейчас мы пойдем гулять. И вам тоже хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Привет, милая. Привет, девчонки. Привет, Кирочка. И привет, Сонечка. Вы готовы помничать? Да. Киндер будет. Смотрите, у меня есть один для тебя. И второй для тебя. Ура! Киндеры! Киндеры! Да, но сначала давайте покушаем яблочки и печеньки. Смотрите, какая у меня красивая коробочка. А внутри лежат печеньки разной формы. Яблочное пюрешко, половинка клубнички и долька яблочка. Я хочу яблочко! Давай, Сонечка, кушай. Умница, Кирочка. Смотрите, какой мишка. А это кто такой? Что это за зверь такой? Напишите в комментариях. Вот это уточка. Вот это корова. Или лошадь. А это просто кружок. Мишку хочу, мишку. Хорошо, бери. Кирочка, а что ты будешь? Уточку. Уточку. Бери уточку. А еще у меня есть пюрешко яблочное. Давайте каждый скушает по чуть-чуть. Умница, девочки. Кинула. Хорошо. Кирочка, сначала откроем твой. Здесь игрушка. А, кто это у нас такая? Это супергерой. Имя которой Черная вдова. Вот такой сюрприз тебе классный попался. Эта игрушка запыляет вот такую штучку. А кто такая Черная вдова? Ой, Кирочка, ты еще не смотрела это кино. Ты еще маленькая. Сонечка, а теперь твою игрушку откроем. Кто же у тебя прячется? О, Человек-паук. Нам такая игрушка уже попадалась. Чупук. Да, Человек-паук. Давайте уберем весь мусор и игрушки. И покушаем шоколад. Сначала тебе шарик. Ням-ням-ням-ням. И еще один. Ням-ням-ням. Умница. Умница. И последний вкусный шарик. Какой он аппетитный. Умница, девочка. Настя, привет. О, ты уже хочешь открыть свой сюрприз. Подожди. Давай поедим сначала твои цветные макарошки. Смотри, какие они вкусные, яркие. Хочу поскорее их скушать. Ух ты, какие они длинные. Они все запутались. Давай-ка первую макарошинку съешь. Ух ты. Вкусно. Очень-очень вкусно. Давай-ка я возьму себе желтую и попробую. И правда вкусные макарошки. По-моему, каждой макароне надо одного определенного вкуса. Ты съела клубничную, а я съела лимонную. А синяя с каким вкусом? Давай попробуем. Ням-ням-ням. Со вкусом бубл-гама. Жвачки. О, а коричневая, по-моему, со вкусом кока-колы. Хочешь попробовать? Да-да. Точно, со вкусом кока-колы. Смотри, осталась последняя зеленая. Давай я ее попробую, посмотрим, какой это вкус. Яблочный? Ну, конечно, тут несложно догадаться. Я тоже хочу яблочный вкус. Смотри, тут есть еще одна зеленая. Сейчас ты ее скушаешь. Ой, точно! Я люблю яблочки. Мне кажется, я на
делать макарошек. Давай откроем киндер-сюрприз с моей толпаней. Да, смотрите, какой у нас есть киндер-сюрприз. Интересно узнать, какая там пони сидит, да? Я люблю мою толпаню. Вкусный шоколад. Нежно-розовая капсула. Кто там? Ух ты, кто это? Тут есть буклетик с именами. Нам попалась Twilight Sparkle. Представляешь, как здорово! Да, но я очень люблю Pinkie Pie. Я бы хотела, чтобы попался Pinkie Pie. Ну, попадется в другой раз. Смотри, скушай шоколадку. Вкусный шоколад! Ребята, ставьте лайки и пишите комментарии. Привет, милая. Ой, какая у тебя классная куколка, так похожа на тебя. Ты ручки помыла свои? Да, я помыла свои ручки. Правильно, молодец, потому что сейчас мы будем кушать. Ура, кушать! А что мы будем кушать? Детскую пюрешку с говядиной и овощами. Хочешь такую пюрешку? Ой, я не знаю, как-то не очень. Смотри, ты когда ее скушаешь, получишь Kinder Joy. А Kinder Joy ты хочешь? Да, хочу Kinder Joy. Давай-ка откроем. И положим тебе в тарелочку. Давай, ложечку. Молодец. Вторую ложечку. Молодец. Третью ложечку. Молодец. Молодец. Давай еще пару ложечек и все. Молодец. Какая ты чумазая. Все, я больше не буду. Kinder Joy. Здесь игрушка. А кто там сидит? Ух ты, это маленький самокат. Ой, какая классная игрушка. Сюда вставляешь свой пальчик и едешь. А теперь шоколадку хочу. Ну давай. Молодец. И последний шарик. Молодец. Теперь у моей Маши есть самокат. И ставь лайк и пиши комментарий. А еще переходи на другие видео вместе с куклами-пупсиками.